اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دراجي мои братья Хадисы, которые передал имам Муслим от Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху та'аля анху, длинный хадис, в котором Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, рассказывает о том, что к пророку подошел человек с белой одеждой, с чистой одеждой. Он подошел, и на него не были следы сафара, пути, и он сел напротив пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и начал задавать вопросы пророку, саллиллаху алейхи ва саллям. И один из этих вопросов было, что такое иман? И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил, «Ан тумина биллахи, ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льяуми л-ахири, ва бил кадари хайрихи ва шарри». Чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его книг, и в его посланников, и в судный день, и в предопределение, будто хорошее или плохое. Поэтому эти шесть столпов являются столпами имана. У нас очень мало времени, потому что мы ждали, пока приедут братья. Начали 1 июля, когда уже третий день Рамадана было. Поэтому о всех столпах имана рассказать у нас времени не осталось. Поэтому я решил рассказать хотя бы «Аля Иляха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». То есть мы на прошлой лекции о чем говорили? О вере в Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Сегодня мы будем говорить о вере в посланников в общем и в частности вере в посланника Аллаха Мухаммада Саллиллаху Алейхи Ва Саллям. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа верят, и они убеждены, что Всевышний Аллах отправляет из своих рабов самых наилучших, чтобы они были посланниками Аллаха. Для чего отправляет? Для того, чтобы они были обрадующими, также остерегающимися. То есть они увещевают и обрадуют. Для чего Аллах их отправляет? Для того, чтобы вывести людей из мрака джахилии к свету ислама и к свету таухида. Вывести из ширка к таухиду. Вывести из разлагания и фасада, которые есть в обществе, к нормам и порядкам шариата и ислама. Для этого Всевышний Аллах время от времени посылал своих посланников. Начиная с Нуха, алейхиссалям, и завершая Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что Нух был первым из посланников, то есть из русуль. Адам, алейхиссалям, является миналь амбия. Мы попозже, иншаллах, поговорим, что такое, кто такой наби и кто такой расуль. И также мы верим, что эти посланники довели то, что Всевышний Аллах на них поставил, до людей. То есть они сделали должным образом дават. И усердствовали на пути Аллаха должным образом. И ушли к Аллаху, и Аллах был доволен ими.
и они являются сохраненными от грехов и от ошибок в донесении религии Всевышнего Аллаха. Еще раз повторяю. От ошибок в донесении религии Всевышнего Аллаха. Это не означает, что посланники Аллаха вообще не ошибаются. Они ошибаются в некоторых вопросах, в дуне, может, вопросах, может, они ошибаются, но Всевышний Аллах поправляет их. Или, например, его же сподвижники могут поправить его. Например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал на место, где будет битва Бадр. Его сподвижники что ему сказали? Это вахью от Аллаха к тебе пришло, что мы здесь мы остановились, чтобы мы здесь взяли позицию. Он сказал, нет. Тогда они посоветовали ему, чтобы перейти к другому месту и там позицию взяли. И подобные вопросы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, может ошибаться. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, по отношению пленных, которые были после Бадра, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, решил, советуясь с Абу-Бакром, радиаллаху та'аля анху, чтобы поменять их на своих, или отпустить, или там, то есть не убить их. А Умар, радиаллаху анху, говорил, убейте их, чтобы они увидели. Пускай Али ибн Аби Талиб убивает своего родственника, пускай Умар ибн Хаттаб убивает из-за своего племени Ади, и пускай Абу-Бакр убивает из Тайма и так далее. Пускай увидят они, какой у нас есть бара к мушрикам. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, послушал Абу Бакра, сделал решение помиловать их и поменять их на своих или там еще на какую-то определенную работу. Однако Всевышний Аллах не спосылает аят и поправляет своего пророка и говорит, что Аллах простил своего пророка в этом вопросе. То есть это я хочу, что хочу сказать? Они сохранены в ошибках донесения своей религии. Не может быть такое, чтобы Всевышний Аллах сказал им, скажи, что-то они донесли вообще другое. Такое не может быть. В этом они не ошибаются. Также они сохранены от грехов. Больших и маленьких. У них нет грехов. Аллах сохранил их от грехов. Почему? Потому что они должны быть идеалами. Они должны быть примером и образцом, чтобы за ним последовали их сподвижники и вся умма. Также Ахлю Сунна валь Джамаа верят, что Всевышний Аллах наделил этих посланников чудесами и знамениями, которые указывают на их правоту. У каждого посланника были свои знамения и свои чудеса, которые он показывал своему народу, чтобы указывать на правоту и чтобы указывать, доказать, что он от Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Ахлю Сунна валь Джамаа не различают между посланниками. Мы верим во всех посланников, как и верим пророка Мухаммада саллиллаху алейхи ва саллям. Мы не различаем. لا نفرق بين أحد. Не различаем между ними. Всевышний Аллах в Коране говорит: إن الذين يكفرون بالله ورسله. Те, которые не верят в Аллаха и в Его посланников. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. И хотят разделить между Аллахом и Его посланниками. Также ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. И говорят: мы будем верить в часть пророков, а в часть пророков не будем верить. То есть, как христиане и иудеи сделали во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они не уверовали в него. Они сказали, мы будем следовать за Мусой, или будем следовать за Исой. وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Они хотят между этим найти себе дорогу. Аллах про них говорит, أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. Они и есть на самом деле кафиры. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. И мы приготовили для кафиров унизительное наказание. И все эти посланники или пророки, они были посланы для чего? Как мы на прошлой лекции сказали, для того, чтобы призвать людей к таухиду аль-улухия, чтобы люди поклонялись Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что большинство народов, которым были посланы эти посланники, они признавали тавхид ар-рубубия. То есть единство Всевышнего Аллаха в господстве они признавали. Поэтому были посланники посланы для того, чтобы призвать их к единству и божеству Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ.
мы отправляли в каждой умме посланников. В каждой умме посланников отправляли. Для чего? Для двух вещей. Чтобы они сказали этим народам: «Убуду Аллаха», поклоняйтесь только Аллаху, «вачтанибу тагута» и отдаляйтесь от тагута. Также мы верим, что из этих посланников некоторые есть, которых имена Всевышний Аллах упомянул в Коране. Есть некоторые посланники, которых имена мы не знаем. Истории не знаем о них, имена тоже не знаем. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валякад арсальна русулям мин каблика, минхум ман касасна алейка, ва минхум ман лям наксус алейк». Поистине мы отправляли посланников до тебя. Из них есть, которые мы рассказали тебе про них, и из них есть, которые мы не рассказали. То есть рассказы о них нету в Коране. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Не имеет права посланник привести в доказательство чудеса или знамения, кроме с произволения Всевышнего Аллаха. Из посланников, 25 посланников есть, о которых Всевышний Аллах упомянул в Коране. 25 посланников. Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим и так далее. И также мы верим, что эти посланники друг друга опережают в каких-то вещах. Или у них есть разные уровни, скажем, разные уровни перед Аллахом. Одни лучше других. Эти посланники тоже одни лучше других. Поэтому из этих 20 посланников, которых имена пришли в Коране, есть 5 посланников, самые наилучшие. Самые наилучшие. Кто они? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Нух, Ибрахим, Муса и Иса, алейхиму ассалям. Эти 5 посланников, они являются улюль-азми минар-русуль. Улюль-азми минар-русуль называют их. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Когда мы взяли договор у посланников. Договор взяли. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. То есть Аллах говорит: у тебя и у Нуха, и Ибрахима, и Муса, и Иса, мы у вас взяли еще сильный договор. Галива. То есть это уже грубый договор был. Сложный. Сложный, чем у остальных посланников. В общем, вера в посланников, остальных посланников, кроме Мухаммада, она общая вера наша. Словом и языком. Мы признаем, что были вот такие посланники и верим в них. Но амаль не бывает. Амаль, вера в этих посланников, туда не заходит амаль. То есть Муса что-то сказал, мы не обязаны это делать. Мы всего лишь верим, что был Муса, он пророком был, Аллах любил его. Аллах послал его и избрал из людей. Иса был посланником Аллаха и так далее. Это общая вера, что они были. Мы их имена знаем, истории знаем, извлекаем оттуда пользу. Однако, амаль делать по их пророчеству Аллах не обязал нас. А то, что касается пророка Мухаммада, саллиллаху алейсалям, мы верим в него и убеждением, и словом, и делами. Мы обязаны следовать за пророком Мухаммада, саллиллаху алейсалям, в отличие от других посланников. Поэтому мы будем более ясно и более обширно говорить о Мухаммаде, саллиллаху алейхи ва саллям. Кунья пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, был Абуль-Касим. Абуль-Касим. Мухаммад ибн Абдиллах, ибн Абдиль-Мутталиб, ибн Хашим, ибн Абдиманаф. То есть Мухаммад, сын Абдулы, сын Абдуль-Мутталиба, сын Хашима, сын Абдуманафа и так далее, все его предки упоминаются, и он являлся из сыновей Исмаила, то есть из потомства пророка Исмаила, сына Ибрахима, алейхим ассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, его происхождение, его род идет к Исмаилу, сыну Ибрахима, алейхим ассалям. И он является печатью пророков, последним из пророков, который отменяет все пророчества, которые были до него.
и все шариаты, которые были до него. Шариат пророка, саллаллаху алейхи, отменяет все, что было до него. И Всевышний Аллах отправил пророка, саллаллаху алейхи саллям, к джиннам и людям. К джиннам и к людям. И Всевышний Аллах его отправил милостью для людей и милостью для народов. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вама арсальнака илля рахматан лиль аламин». Мы не отправили тебя, кроме как милостью, милостью для миров. Мухаммад ибн Абдиллах является рабом, не является Господом, чтобы ему поклонялись. Он является посланником, который говорил только истину. Нельзя его отрицать то, что он говорит. Он является самым наилучшим из созданий. Он является самым почтимым и самым лучшим и перед Аллахом, субханаху ва тааля. И, как мы сказали, его шариат отменяет все шариаты, которые были до него. И его шариат является подходящим времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И после него все эти века шариат пророка саллаллаху алейхи ва саллям был подходящим, и до судного дня он будет подходящим для людей. Она будет наилучшим и подходящим, и который исправляет других. Шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она рассчитана до судного дня. А шариаты других пророков, они были рассчитаны на их народы, на определенное время. Всевышний Аллах отправил к нему книгу, Коран, и Всевышний Аллах доверил ему свою религию. И возлагал на него, чтобы он донес до людей его религию. Как мы сказали, «Вама алейка илля аль-балягу аль-мубин». Не возлагается на тебя, кроме как ясное донесение. И в этом донесении пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от себя ничего не говорит. Людям он от себя ничего не доносит. Все, что он говорит, это от Аллаха. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Он не разговаривает от своих страстей. Поистине то, что он говорит, это является откровением, которое ему внушает. И иман человека не является действительным, пока он не поверит Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то может сказать, христианин или иудей, он же верит в Аллаха. И у них свой пророк был, он же верит в Мусу, алейхиссалям. Тот верит в Ису, алейхиссалям. В чем проблема? У них своя религия, у нас своя религия. Они тоже поклоняются Аллаху, мы тоже поклоняемся Аллаху. Нет. Пока человек не уверовал в Мухаммада, алейхиссалату вассалям, этот человек не является верующим. Некоторые говорят, они же верующие. Они не являются верующими, они являются кафирами. Они являются неверными, пока они не уверовали в Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе, который передал имам Муслим. Любой человек из моей уммы, будь то христианин или иудей, услышит про меня и не уверует во мне, и не последует за тем, с чем пришел я, этот человек зайдет в ад. Этот человек зайдет в ад, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это достоверно в хадисе пришло. То есть, нету такое, что мы мусульмане, они христиане, эти иудеи. У них у каждого своя религия, или нам нельзя между собой враждовать или что-то делать. Это является ложью, это является заблуждением, которые распространяют определенные люди. «Инна ддина инда Аллахи ль-Ислам». Поистине религия у Аллаха – Ислам. «Ваман ябтаги гайра ль-Ислами динан». Кто может продолжить? «Фалян юкбаля мин». Тот человек, который ищет, помимо Ислама, какую религию, у него оно не примется. «Фалян юкбаля мин». Поэтому вера в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является одним из составных вещей веры. Также, чем отличается наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тем, что он был послан ко всем, без исключения, и до судного дня. В то время, когда другие посланники, они были отправлены к своим народам, к определенным местности, определенным народам. А Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, был послан ко всем народам. «Вама арсальнака илля кафатан лин-наси баширан ва надира». И ты был послан для всех людей,
обрадующим и ущевающим. И Всевышний Аллах подкрепил нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям множеством чудес и множеством знамений, разными знамениями. И самое великое знамение, и самое важное знамение, это является что? Коран. Это книга Аллаха Субхана ва Тааля, которую Всевышний Аллах отправил к нему. Всевышний Аллах мог бы ему дать знамения и чудеса, которые были у других посланников. Оживлять мертвого, вылечить больного и так далее. Или там разделить море и что-либо подобное. Но Всевышний Аллах по своей мудрости сделал основным знамением нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям Коран. Почему? Потому что в Коране знамение, которое указывает на то, что это речь Аллаха и на то, что Мухаммад был посланником Аллаха, эти знамения будут продолжаться, выявляться до судного дня. Еще одна мудрость была то, что Коран является знамением, самым великим знамением пророчества Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то, что его народ был, отличался чем? Красноречием. Красноречием и поэзией, и стихотворениями. Они могли просто-напросто вот встать перед людьми и начинать разговаривать с стихотворениями. Я придумываю несколько куплетов, говорю, он мне отвечает несколько куплетов. Я придумываю поэму целую, он поэмой отвечает на меня. И вот так они могли разговаривать, поэзии. Когда Аллах ниспослал Коран, они не могли придумать что-либо подобное Корану. Они придумывали из разговоров, то есть подобное на всякий разговор. Что бы человек ни придумал, на это похоже они придумывали, друг другу отвечали. Однако, когда Аллах отправил Коран, они не смогли придумать что-либо подобное. Хотя Всевышний Аллах в нескольких аятах из Корана бросает вызов им, если они могут, пускай хоть 10 аятов придумают. В другом суре говорит, пускай самая короткая сура, подобное ему пускай придумают. Субханаллах, они были самыми красноречивыми. Однако не смогли придумать подобное. Почему? Потому что это речь Аллаха, и нету подобного ему. И не сможет никто придумать подобное ему. И мы знаем, Мусайлима Туль-Каддаб объявил себя пророком, уже пророком был. И сказал, ко мне тоже вахью идет, Коран не спасается к нему. Он, когда людям читал его суры, которые не спасаются к нему, люди смеялись над ним. Настолько глупые вещи он рассказывал, что это суры из Корана. А когда пророк, саллиллаху алейхи салям, читал суры и аяты из Корана, и кафиры, и самые ярые враги, они были шокированы. Кафиры приходили прислушиваться к Корану, тихо, молча, что пророк не заметил, когда он читал ее. Потому что они ощущали сладость речи Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому это было самым явным и самым великим знамением нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи салям. То, что касается, как я сказал, Расуль и Наби, посланник и пророк, скажем, например, посланник и пророк. Посланником является тот пророк, которому Всевышний Аллах дал новый шариат. Или, если был шариат, туда внесли много изменений. То есть, обновили этот шариат, Аллах обновил этот шариат и отправил какого-то посланника, чтобы это он дальше передал. Однако пророк, Аллах ему новое ничего не дал. Он продолжает пророчество того посланника, который был до него. Поняли? Вот такая разница есть между Расулем и Набием. То есть между посланником и пророком. Посланник, Аллах ему дает новый закон, новый шариат, новые веления, новые заветы. А Наби, он ничего нового не приносит, он продолжает дават, призыв того посланника, который был до него. Вот такая разница есть между Набием и Расулем. Также один из самых великих знамений нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям это вознесение на небеса и переселение на Байтуль-Макдис, оттуда на небеса вознесся и поговорил со Всевышним Аллахом, много чудес увидел, и Всевышний Аллах возлагал на него 5 намазов,
И долгая кисса, если мы начнем рассказывать целый урок, надо про Исра и Миадж рассказать. И это телом и душой наяву, не во сне. Телом и душой и наяву. Запомните это. Некоторые говорят, это было во сне. Нет, это не было во сне. Это было телом и душой. Всевышний Аллах забрал его к себе и поднял на небеса. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Субхан аллази асра би абдихи лейлам минал масджид аль-харами илал масджид аль-акса, аллази баракна хаулаху линурияху мин аятина, иннаху хуа самиу аль-басир». Пречист Аллах, который повел своего раба ночью из масджиду аль-харама к масджиду аль-акса, который я благословил то, что вокруг нее. Поэтому Акса и Филистин являются одним из территорий Шама, благословенного Шама. И в этом аяте тоже Всевышний Аллах, Коран говорит, «Баракна хауляху», благословил то, что вокруг этого Байтуль-Макдиса. «Линурияху мин аятина», для чего Аллах поднял его, для чего туда повел, для того, чтобы ему показать знамения мои. «Иннаху хуа самиу аль-басир», поистине Аллах является слышащим и видящим. Когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, вернулся с Исра и Миараджа, он объявил это. Вчера ночью я, то есть, поехал в Байтуль-Макдис, оттуда вознесся на небеса, я увидел рай, я увидел ад, я встречался с посланниками, перед ними молился, Аллах возлагал на меня пят намазу, и я вернулся ту же ночь. Эти мушрики еще сильно начали отрицать его. И подошли к Абу Бакру, ради Аллаху та'аля анху, сказали: «Ты слышал, что твой друг говорит?» То есть они хотели поиздеваться над Абу Бакром. «Ты же говорил, он такой умный, он такой правдивый» и так далее. «Вот такую глупость рассказывает твой друг». Абу Бакр говорит: «Это он говорит?» «Да, говорит. Я уверовал это, говорит. Я уверовал в него, когда он сказал более этого. Когда он сказал, что от небес он получает известие». То есть с этого дня Абу Бакра назвали Сиддиком. Сиддик — это который верит, признает, что бы ему ни сказали, он Юсаддик, то есть признает правдивый. Даже правдивый перевод не точный будет. Нам оправдывающие, можно сказать, неправдивые. Правдивый — это кого оправдали, или там честный, или. А Сиддик был, который верит в пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, что бы он ни сказал. Не колебался. Поэтому, когда переселились в Медину, один из дней у Умара и у Абу Бакра, ради Аллаху та'аля анху, получился что-то такой неприятный разговор. Что-то они делили, и неприятный разговор получился. Абу Бакр, ради Аллаху анху, поругал Умара. Потом сожалел о том, что Абу Бакр поругал Умара. И попросил у него прощения. Умар сказал: «Я не прошу тебя». И огорчился Абу Бакр, ради Аллаху та'аля анху, и пришел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям. И сказал: «Я вот такое получилось, и Умар не хочет меня простить». И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, начал дуа делать за Абу Бакра: «Да простит тебя Аллах, да простит тебя Аллах, да простит тебя Аллах». И в это время уже Умар тоже сожалел о том, что не простил ему. Пошел к Абу Бакру, не нашел его дома. Пошел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и салам дал всем, и сел. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, очень злой посмотрел на Умара. Это время Абу Бакр уже пожалел то, что пришел к пророку и рассказал про Умара. Субханаллах, у них такой ахляк, отношение такое. И кричал: «О посланник Аллаха, я больше сделал, я был более виноват. Он прав был, то, что не простил меня», и так далее. Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, начал ругать их. «Это Абу Бакр. Когда я пришел к вам, вы мне сказали: ты лжец. Вы отрицали то, что я говорил. Абу Бакр сказал: садакта, ты правду говоришь. Вы оставите моего друга». Вот так поругал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. «Вы оставите моего друга». Заплакал, говорит, Умар, радиаллаху та'аля анху. И после этого никогда уже не обижали, говорит, Абу Бакра. Также из знамений, которые Всевышний Аллах отправил, дал своему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, то, что луну разделили на две части, когда курайши требовали от него знамения: «Если ты пророк, то покажи нам знамение». То месяц разделилась на две части. Одна часть пошла на Машрик, другая на Магриб, потом воссоединилась. Это тоже было одно из знамений. Также из знамений, которые мы знаем, то, что таам, то есть еда умножалась. Еда умножалась. Один из газоватов,
Когда у них ничего не осталось, пророк саллиллаху сказал, соберите все, что у вас есть, в одну кучу. И дуа делала на эту еду, и она стала очень много. И все покушали, и там осталось больше, чем там собрали. Все покушали досыта и набрали еще себе, и что там осталось куча больше, чем там они собрали. И также мы знаем, во время хандака, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, его позвал один из подвижников. Пошел домой, есть у тебя что-нибудь? Чинец спросил, да, есть, сказал, одна коза есть, там, что-то там, пшеница тоже есть. Пошел и сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ты и несколько твоих друзей, приходите ко мне в гости. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, встал и крикнул, какой-то сподвижник зовет нас в гости, идем к нему в гости. Около 100 человек пришли к нему в гости. Он рассчитывал на 3-4 человека. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, то есть, этот крышку не снимайте с этого, с кастрюли, в котором варится мясо, и хлеб не вытаскивайте с печи. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел туда, и он вытаскивал, и дуа делал на этот таам, и все они покушали. Около 100 человек. И много таких историй было, пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Также, один из знамений, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда дуа делал, это принималось. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда дуа делал, все дуа его принимались. Один из примеров, то, что дуа пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах принимал, когда возле Каабы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, намаз делал, пришли эти все авторитеты курайшев и начали его ругать. И начали его прогнать оттуда. И после этого, после одного инцидента, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднял руки и делал дуа. اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة بن الوليد اللهم عليك بفلان وفلان начал дуа делать. О Аллах, я обращаюсь к тебе, чтобы ты наказал этого, наказал того, наказал того. Ибн Масуд, кажется, хадис рассказал и говорит, он говорит, все, кого имя упомянул в этом дуа пророк саллам, все они валялись в день Бадра убитыми. То есть все, на кого дуа пророк саллам сделал, они валялись. Всех Аллах наказал там. Они все были убитыми и туда в колодец закинули их. И то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах сохранил его. Аллаху яасимука минан нас. Аллах сохранит тебя от людей. Абу Хурейра, радиаллаху та'аля анху, рассказывает, то ему тоже это рассказали. Он говорит, один день, когда Абу Джахль сказал, преподает ли Мухаммад перед вами на суджуд? То есть возле Каабы. То есть он приходит ли перед вами и делает ли суджуд, свой намаз делает ли он? Они сказали, да, делает. Он сказал, валляти валь узза ля ин раэйтуху яфалю залик. Клялся своими идолами и сказал, если я увижу, что он делает это, ля ата анна аля ракабати. Я свою ногу поставлю на его шею. Ау ля уафиранна ваджахаху фит тураб. Или вываляю его лицо в пыли. Тогда что сказал? Фаата Расулуллах, вахуа юсалли. Пришел пророк саллиллаху алейхи вассалям возле Кабы и начал намаз делать. И Абу Джахль что захотел делать? Захотел поставить свою ногу на его шею. И в одно время он начал убегать. Он хотел подходить и свою ногу поставить на шею пророка саллиллаху алейхи вассалям. В одно время он начал отходить и своими руками отталкиваться. Как будто он защищается от чего-то. И ему сказали, маляк, что с тобой? Ты же такой храбрый был, хотел его унизить. Что с тобой случилось? И Абу Джахль говорит, «Инна байни ва байнаху ля хандакам мин нар». Поистине, между мной, между им огненный ров был. Говорит. То есть ров полный огнем. «Ва хаулян ва аджнихатан». И ужас, и крылья ангелов. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Ляу дана минни лахтатафатху ль малайка». Если он приблизился, говорит, ко мне, «Удван, удван», то его растерзали бы, говорят, ангелы на части. То есть Аллах защищал своего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям от таких нечестивцев. И в конце, как мы сказали, вера в посланника Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям не заключается словом и сердцем. Так это как бы завершается по отношению к других пророков. Если мы скажем, Муса, алейхиссалям, был уверовали, сказали, хватает. Мы не отрицаем Мусу. Однако вера в Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям, требует от нас
убеждение, и слово, и следование, то есть дела. Поэтому мусульманин должен знать, что он должен соблюдать убеждения и дела, и нравственность, и слова, которые говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И определенный момент есть, который, чем отличается наша вера по отношению к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Во-первых, мы должны знать и быть убеждены, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всем мирам. Ко всем мирам. Джиннам и людям. И он не был лично к арабам послан. Как некоторые говорят, он был посланником арабов. Нет, он был посланником всех миров. Второе, то, что он был последним из пророков. И нету посланника после него. И все, кто после Мухаммада пришли и сказали, я пророк, это лжепророки. Это зиндик, это даджали. И, как мы сказали, иман, вера человека не считается действительным, пока он не уверует в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и не последует за ним. Также мы должны верить, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, донес свою религию до людей. Ничего не осталось, чтобы он не донес. И тот человек, как имам Малик и другие говорили, тот человек, который вносит нововведение в религии или делает бид'а, тот человек обвиняет или подозревает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он не донес свою религию. Почему? Потому что он дополняет. Как будто пророк что-то забыл, и ты вставляешь туда то, что он забыл. Также мы должны быть убеждены, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сохранен от ошибок в донесении религии. И также он сохранен от всяких грехов, тяжких и легких. Также мы должны знать, что нельзя проявлять чрезмерность по отношению к пророку. Мы должны знать, что он посланник Аллаха и его раб. А не посланник Аллаха и тот, кто достоин поклонения. Нет. Пророк, саллиллаху алейхи саллям, хотя он был самым лучшим из посланников, самым наилучшим из созданий, все равно он не достоин поклонения. Поклонение достоин только Всевышний Аллах. Также мы должны знать, что мы должны любить пророка, саллиллаху алейхи саллям, чем сами себя любим. Больше, чем сами себя. Больше, чем своих детей. Больше, чем своих родителей. Больше, чем своих братьев и так далее. И мы помним историю Умара, радиаллаху та'аля анху. Он сказал, пришел к пророку, саллиллаху алейхи саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я люблю тебя, говорит, больше, чем своих родителей, и больше, чем своих детей, и больше, чем своих братьев, и больше, чем свой народ. Но я, говорит, свой нафс больше, чем тебя люблю». Субханаллах, Аллахи, эти сподвижники удивительные люди были. Они были правдивыми на самом деле, правду всегда говорили. Никогда не врали они. То, что есть в сердце, то и говорили пророку. Но я, говорит, больше люблю себя. Но пророк сам сказал: «Нет, нет». То есть это не хватает, сказал. Пока ты не полюбишь меня больше, чем себя. Когда это узнал Умар, радиаллаху анху, он сказал: «Валлахи, я сейчас люблю тебя больше, чем себя». Тогда пророк сам сказал: «Аль-ана я Умар, вот сейчас нормально. Вот сейчас полноценный иман уже». Также мы должны знать, что нельзя ослушаться пророка, саллиллаху алейхи вассалям, абсолютно. И нельзя поклоняться Аллаху тем, что нам не показал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Если пророк не показал, вот этим поклоняться Аллаху. Нельзя поклоняться. Сами себе поклонение нельзя нам придумать. Также мы должны знать, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, является наилучшим из поклоняющихся Аллаху. Не было человека, который лучше поклонялся Аллаху. Поэтому некоторые сподвижники пришли к некоторым домам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и начали расспрашивать, как поклоняется посланник Аллаха. Они сказали: он постится, иногда отпускает, спит, потом до утра встает, ям делает и так далее. Они подумали: посланник Аллаха, ему прощены все грехи, которые были и которые будут. Поэтому, наверное, пророк сам так расслабился и спокойно поклоняется Аллаху. А нам не прощены все грехи, поэтому мы должны постоянно поклоняться Аллаху. Больше поклоняться, чем пророк. Один из них сказал: я всегда буду выстаивать ночью намазом и не буду спать. Другой сказал: я всегда буду поститься и никогда не отпущу пост. Каждый день, то есть всю жизнь. Другой сказал: я не буду жениться. Я откажусь от жены. Я как монах стану уже, все, к Аллаху. Это услышал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям.
Однако из нравственности пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он не позвал их, не начал с ними расследование вести. На минбар поднялся пророк саллаллаху алейхи ва саллям и сказал, что же с этими людьми, которые говорят вот такое, вот такое, вот такое. Не упомянул их имена. Однако дал знать, что такие люди появились, которые говорят. Поистине я являюсь самым знающим об Аллахе. То есть я больше всех знаю Аллаха. И я больше всех боюсь Аллаха, тоже сказал он. Я больше всех боюсь Аллаха. Нету человека, который больше боялся бы Аллаха, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако я сплю и встаю, намаз делаю. Я пощусь и оставляю иногда. И я женюсь на женщине, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это моя сунна. Тот человек, которому не нравится моя сунна, тот не из нас. Тот не от меня, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И также мы должны знать, что только путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это путь, который нас ведет к довольствию Всевышнему Аллаху. Нету другого пути, который ведет к Всевышнему Аллаху. Однако, наоборот, этот путь, который, помимо пути пророка, она наоборот отдаляет нас от Всевышнего Аллаха. Также мы должны всегда помнить местоположение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его величие. И всегда мы должны любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и много салават читать должны на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот человек, который прочитал один салават на Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах на него читает 10 салаватов. То есть 10 милостей Аллах отправляет к нему. Один салават, Аллахумма салли аля Мухаммаду аля аль Мухаммад, сказал, Аллах 10 раз ему милость свою отправляет. Также мы должны салават читать на его семейство и на его сподвижников. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. И также мы должны знать местоположение его жен, его семейства и его сподвижников. Никогда нельзя уменьшать их не кадру перед Аллахом и перед пророком, который было. Вальхамду лиллахи раббиль аламин.